человек с улицы, когда он приходит в клеточную лабораторию? Да ничего он там не увидит, ничего. Он увидит какие-то склянки с непонятным содержимым, он может увидеть микроскоп, ну халаты, перчатки валяющиеся. Что вижу я? Я вижу кухню. Где я могу творить, где я могу создавать. Пусть это будет не, что-то несъедобное, но зато это будет очень интересное и увлекательное. Кстати, вот мой фартук. У меня есть специальная рукавичка, без которой совершенно невозможно работать. Вот это вот. У меня даже есть свои протоколы исследования. Это моя книга рецептов. Вы знаете, я в начале своего кулинарного пути, я стараюсь не отступать от своих протоколов. Но вы знаете, есть такие мастера, они как шеф-повара, они готовы добавлять новые реактивы, менять дозировки, температурные режимы, и в итоге они получают настоящие научные шедевры. Вообще в лаборатории, как на кухне, хозяйка всегда должна быть одна. Вот и я стараюсь прийти в лабораторию всегда, когда никого нет. Даже мой докторант, она придумала ходить в лабораторию в субботу. И когда кто-то помимо нас приходит в лабораторию в субботу, она делает это именно так. Она поднимает руки вот так и говорит: «О, Мадонна, кто еще там пришел?» Это вообще очень смешно смотрится. Причем она мусульманка. И вот вы все скажете, это все рутина. Зачем все тебе это? Это все рутина. Нет, это не рутина. Постойте, я хочу вам показать тот мир, который вижу я. Что я вижу? Что я вообще делаю? Я выделяю клеточки, я их мою, я их оберегаю, я их кормлю. Иногда даже с ними разговариваю. Иначе меня бы здесь не было. Иначе бы меня здесь точно не было бы. Но на самом деле, что я делаю? Я выделяю моноциты, я трансформирую дендритные клетки и культивирую последние. Это очень сложно на самом деле, да. Вот именно так это выглядит. Сейчас вы можете спросить меня, о чем все это, зачем ты тут стоишь и что здесь важного-то? И скажу вам, здесь важно очень многое. Эти клетки, они выдерживают многое. На них тестируют лекарственные препараты, на них делают вакцины, находят новые мишени действия тех же самых лекарственных препаратов. Эти клеточки, они выдерживают многое. Это так же важно, как запуск спутника или как создание нового автомобиля. И, может быть, именно мои исследования станут тем самым ключом к созданию новых лекарственных форм туберкулеза. Вы знаете, за эти клетки меня преполняет большая гордость, ведь в этом маленьком сокрыто великое. И каждый мой день в лаборатории – это подобно приключению, потому что я могу узнать что-то новое, я могу создать что-то новое. И каждый такой день становится маленьким степом в моем большом-большом приключении под названием «Моя диссертация».